Добрый день, уважаемые участники замечательных соревнований, которые на самом деле проводятся не в 15 раз, 15-й год. Это как в Магадане мы возобновили этот турнир, причем возобновили его на совершенно новом уровне, благодаря золотодобывающей компании «Полиметалл», которая все эти годы является генеральным спонсором нашего турнира. Когда я слушал сегодня футбольный марш, так и хотелось одеть бусы, выйти вместе с вами на футбольное поле. Но делал я это тогда, когда был таким же маленьким, как вы. А сегодня это ваше время. Время футбола молодых, время футбола перспективных и, уверен, золотых чемпионов, которых ожидают трибуны мировых, европейских и олимпийских пьедесталов. В конце прошлой недели прошел 15-й турнир «Кожаный мяч 2021». Соревнования начались 21 сентября и продлятся до 20 октября текущего года. К состязаниям допускаются учащиеся городских школ, воспитанники клубов по месту жительства и дворовые команды по четырем возрастным группам. Также участник соревнований имеет право выступать только за одну команду. Всего в состав команды включается не более 10 игроков и один представитель старше 18 лет, который несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Это турнир среди городских команд и среди воспитанников общеобразовательных учреждений. Это не турнир среди спортивных школ, это именно турнир дворовых команд. Многие, возможно, сегодня первый раз выйдут на поле в составе команды. Их увлечет этот вид спорта, и они в дальнейшем напишут заявление либо в спортивную школу номер 4 для участия, для того, чтобы связать свою судьбу с футболом, либо обратятся в областную футбольную школу. Вот, и дальше будут представлять наш регион, надеюсь, на самом высоком уровне. Конечно же, такие мероприятия популяризируют спорт, популяризируют здоровый образ жизни, сплачивают ребят, команды, здесь они находят много друзей. Вот, я думаю, это положительно влияет и на их здоровье, и на их дальнейшую судьбу, на их жизненный путь.